Друзья мои, всем привет! С вами снова Димас. Сегодня в жаркий такой день у нас, отличный ветреный. Мы будем готовить для вас достаточно знаменитый салат. Все его готовили уже, все вот эти крутые блогеры. Он интересен тем, что он простой. Рабочий крестьянский, но мексиканский. В принципе, продукция, все, которая в нем используется, у нас в России доступна. Все его делают на свой лад, там что-то добавляют, там что-то делают, переделывают, там как-то вот, ну, все же хотят как-то выделиться. Мы тоже как бы решили сегодня что-то изменить в этом салате, ну, возможно, естественно, что-то не так мы сделаем. Сразу говорю, пишите, если вы такой салат делали. Салат называется салат тако. По мясу у нас будет филе сегодня. Мясо можете брать вообще любое. Ну, какое-нибудь, короче, постное мясо, свинина, говядина. Короче, любое мясо, отварное, жареное, используется в этот салат. Также идут главные ингредиенты, в нее это такая тортилья. У нас есть тортилья, залежавшаяся старая, мы что-нибудь с ней придумаем, просто сверху кинем, не будем там закрывать, подкладывать или еще что-то там, изображать каких-то этих мишленовских звезд. Обычно хрустящая. Также сыр используется, обычный российский какой-то. Огурцы свежие с огорода, томат, лупные, обязательно яблочко. И, естественно, авокадо. Авокадо свежее. Нашли в магазине, как ни странно. Свежее, не это. Ничего себе. Чуть специй. Будем использовать фахита. Какой-то такой прикольный. Там куча всяких ароматических таких вот похожих на мексиканские приправы присутствует аромату. Многие используют просто паприку обычную, сушеную. Или перец добавляют. Ну, перца у нас нет сейчас сезонного. В дорогущем магазине мы не стали покупать. И также соль будет у нас вкусная. Можно лимончиком забрызгать свежим. Ну и вот мы заменитель будем использовать. Чуть халапеньо добавим сверху на украшение. Орегано мы посыпали, курочку нашу, майонезик. Купили замечательную приправу. Не знаю, чили, не чили. Ну, прикольная. Сайдон. Сейчас, конечно, попробуем. Не пробовали. Также кетчуп. Как бы я считаю, что майонез обязательно нужен в этот салат. Кто не считает этого, может просто добавлять какую-нибудь овощную сальсу. Либо томатный соус просто. Я считаю, ну, масло мы жарим на нем. Вот, также лук там идет. Репчатый на сезон, зеленый добавим. Шпинат добавим, без салатов. Чуть-чуть кинзы. Обычно фасоль мексиканцы добавляют. Мы свежий горошек добавим зеленый. Ну, все ингредиенты. В принципе, их много. Можно еще больше добавить. Салат вообще текс-мекс. Реально. Реально Мексика. В первую очередь мы пойдем жарить курочку. И польем наше авокадо лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Курочка зашкварчала у нас. Вот у нас фирменная прихватка наша присутствует. Решили пожарить открытым способом просто. А так, если у вас любое мясо там полежало, может не греть его даже. Как бы все равно в салатик она должна такая комнатная температура идти. Ну, мы свежие решили, можем себе позволить курицу. Налил масло, кинул орегано, сверху посыпал. И соли сейчас добавлю. Чуть добавлю соли. Ну, так, присолить. Ну, все, ждем, сейчас будет жариться. Будем вертеть туда-сюда. Оператор будет снимать. Обычный способ жарки. Пожарили дома, у вас осталось любое мясо, добавьте туда салат. Это, ну, отлично. Отличная тема. Мы решили просто так на свежем воздухе, на открытом огне еще получится вкуснее грудка. Сочная, вкусная. Так что сейчас еще минут 4 она поджарится и также остынет минут 4-5. Сейчас жарко, может быть даже больше. И уже приступим к готовке. Ну что, вот у нас курица там почти пожарилась. И мы по времени не терять, чтобы нарежем наши остальные ингредиенты. Я полнолетел немножко. Нарезка почти произвольная. Яблоко можете почистить, можете не чистить. Все на ваше усмотрение, как вам хочется. Мы не будем. Можете сделать этот салат как кесадилью. Это самое вообще простейшее. Может быть. Вот также добавляем мы зеленый горошек свежий. Так, ну вот добавили горошек.
дарим. Вот, нарезка тоже произвольная, так как у нас сегодня типа полукольца. Вот такой небольшой кубик дадим. Можете сделать просто гуакамоле, заморочиться. Мы же в Мексике, авокадо должно быть много. Можете сразу добавить лимона, чтобы у вас авокадо не потемнело. Все равно лимон туда идет. Можете свежий, можете заменитель, как мы. Добавим лучка немножко зеленого. Да и там любой салат все добавляют. Можно вообще без салата добавлять. У нас шпинат вот вырос на огороде. Вот, можно шпинат немножко рубануть на несколько частей. Смотрите, вот поспела наша курочка. Подостыла уже немножко. Говорю вам, что нарезка произвольная должна быть. Какая вам нравится. Так что можем мазик добавить уже. Мне нравится этот салат с майонезом. Так что добавляем майонез, любой какой у вас есть. Вот так. Столовую ложку. Чуть-чуть посолим опять же. Чуть-чуть. Курочка не соленая, я попробовал. Чуть перченности добавим. Как бы не чуть-чуть, а много добавим потом. Но обычный для нас немного. Вот, и пряность фахита. Либо буррито, какой у вас там есть, там, не знаю, продается в магазине, она прям сейчас доступна, еще какую-нибудь можно найти. Фирма хорошая, Санта-Мария, сейчас ее не найдешь. Приятный запах достаточно, вот. Вот немножко, можете сразу, на самом деле, эту курочку обвалять, не пожарить, как вам угодно. Можете добавить вот такую, в таком виде, приятный запах. Опять же кетчуп, куда без него. И добавим немножко чили нашей. Ну, совсем немножко мы попробовали, она островатая. Буквально на кончике ножа. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Добавим немножко кинзы простонародье, мексиканцев она вроде называется силантро, звучит очень эротично. Вот и нашу лепешку мы просто решили покрошить, поджарили. Также немножко добавим халапеньо, немножко мексики еще. Ну вот, ребят, что такой рецепт у нас получился тако, все видели, очень простой, можно заменить любые ингредиенты. Они заменяемые. Обязательный ингредиент — это сыр. Любое мясо. В общем, могут любые. Мы добавили сегодня там вот горошка, фасоль, кукуруза. Все что угодно можете добавить в этот салат. Можно прям пробовать вечно. Как оливье наш. Только свежий, мексиканский. Больше лаймы, больше зелени. Лепешка мексиканская. Все есть. Так что, пробуйте, готовьте, ребята. Рецепт простой. В принципе, все есть. Общедоступные продукты. В своем магазине есть, продается там авокадо, наверное, какой-нибудь там. Экзотика, наверное. Но оно сейчас везде есть. Всем приятного аппетита. Был Димас с вами. Антон. Банда Кукс Брата Хукс. Всем хорошего настроения, здоровья. Берегите себя. Подписка, лайк. Все с вас. Мы готовим. Увидимся.